Зори очень славный ребенок, и она довольно-таки много выдержала, пережила довольно сильные припадки. И в любом случае она все равно была очень активной. И поэтому мы решили, что не стоит ее держать в клинике после долгого лечения. Взяла одна семья, очень хорошая. У них есть второй сурикатик. Но, к сожалению, сурикат не смог принять вторую девчушечку, потому что он был в семье главный. А Сури я забрала себе, потому что решила, что я могу ей обеспечить необходимую заботу, так как молодой человек сказал, что он может ухаживать за ней, пока меня не будет дома. Поэтому было принято решение забрать ее к нам. Помимо Сури у нас находится дома крысик по имени Снежек. Они вместе спят и заботятся друг о дружке. Вместе гуляют по клеточке. И довольно-таки дружные, хоть иногда Снежика забирает у Сури еду, поэтому у Сури несколько месяцев по дому находится и в клеточке.